Всем привет. В общем, косяк у меня получился. Вот эта ткань не подходит, так как через нее, видите, проходит и наупли, и личинки тоже выскакивают. Я думал, прокатит, но не прокатило. Буду использовать колготы супруги взял. Сейчас вырежу из них такие же квадратики и приклею. А это надо убирать. Вот она, малышня, все здесь пока. Это креветки орликина, личинки креветки орликина. Пока вот здесь они кушают на упле. Так, первый инкубатор готов. Все, теперь ни одна живая душа не просочится. Ребят, моя личная рекомендация, если вы водите артемию, делайте вот такие вот конусы. Смотрите, вывел вас на упле, да? А скорлупа сверху, а снизу вот он падает чисто ганом. Видите? Очень удобно. Никакого света, никакой тут температуры не надо. Комнатная температура, вот он стоит, вылупляется. Вот смотрите, я его вот собираю, чистенький, очень удобно. Нашел солоноводную коловратку, тоже буду ей подкармливать, а здесь она под микроскопом. Далее будет личинка креветки под микроскопом. Личинки полиняли, стали примерно раза в два, наверное, крупнее.